15 лет, когда увидел эти мои бесконечные репетиции, переезды, чемоданы, полетела, прилетела, телеграммы, не было никакого ни мобильного. Какой мобильный? Мог быть в 89-м или 90-м или 91-м году, годах. И он увидел все эти наши мои страдания, то, что профессия очень зависимая. От настроения режиссера это еще хорошо, она зависит от настроения осветителя, от настроения оператора, от настроения хора, корда балета и, не знаю, всех, кто сидит на вахте в театре. Зависим от всех. И он понимал, что тогда я начинала как бы серьезно уже заниматься профессией, которая потом я поняла, стольких жертв потребует. И он мне сказал, что я не могу столько репетировать, я не хочу, я не буду артистом.